Да, это же Ledger Gothic. Привет, братан. Привет, все остальные. Как ваши дела? Как ваше настроение? Я вот, например, прям что-то подвымотался, что ли, на майских. Да и не только на майских, в принципе, как-то у меня последние дни особо не было настроения стримерить, поэтому я тупо ничего не делал и смотрел чужие стримы по всяким разным играм, да, вот, все верно. Например, посмотрел вчера полное прохождение замечательной игры под названием Resident Evil, под названием Resident Evil, блин, я вот, видите, я уже растерял хватку, я уже не могу разговаривать так, как я разговаривал до этого, у меня прям голос ослаб фактически, ноги не держат, руки не слушаются, я как будто в аду побывал. Привет, Кэпчик. Да, живой, окружен, но не сломлен. Как ваши дела, ребятки, как ваше настроение? Надеюсь, у вас все хорошо. Иначе по жопе получите, если все плохо. Погодка прям кошмарно шепчет, на самом деле. Я реально заколебался, потому что все майские было очень холодно. А сейчас стало люто жарко. И я прям от такого перепада температур вообще выпал в какую-то прострацию настолько, что даже соображать перестал. Вот. Да, 28 градусов, у нас абсолютно та же ситуация сейчас, и это очень тяжело на самом деле, потому что у меня, к тому же, внезапно, оказывается, нет официальной летней одежды. Вот так-то. Вот так-то. Тебя как? Ну, не считая того, что я подустал, в принципе, не жалуюсь. Жить можно. Однако еще отключили горячую воду. Вот это вот самое отстойное, пожалуй. К такому повороту событий я не был готов, поэтому я и без веб-камеры сегодня, и ее сегодня не будет. Так что простите, извините. Но она скоро появится. Вместе с горячей водой, естественно. Так, давайте-ка мы, наверное, отправимся на фабрику. А, в немецкую лабораторию. Но там нельзя использовать панцеркляйны. Потому что миссия секретная. Ну, давайте попробуем ворваться туда с ними. Посмотрим, что вообще нам скажут на этот счет. Потому что я лично на секретность уложил свой панцерклайн, соответственно. Нельзя пройти в панцерклайне. Да, что ж такое? Русский человек может пройти где угодно и как угодно, если захочет. Ладненько, давайте от него избавимся тогда. Черт, я наткнулся на патруль, да? Да, я наткнулся на какой-то патруль, судя по всему. Ну, давайте подеремся. Чего нет, когда да? Да стой здесь, куда пошел. Считайте, что все сделано. Иди сюда. А, ты даже двигаться не можешь, лол. Классно, тебя сюда поставили, ну, вперед. Не буду перезагружаться. Главное, без шума. Не хочу. Бум. Когда Jagged Alliance 2, слушай, для начала было бы неплохо пройти первый Jagged Alliance. Ну, чисто так, как бы, знаешь, чтобы по порядочку было. Ой, а что, я даже гражданских должен убивать, что ли? Вот это жесть. Ну ладно. Хороший выстрел. Первый совсем старенький, знаешь, это меня не останавливает, в принципе. Я не против был бы, наверное, даже действительно пощупать первый. Вот, потому что, ну, я играл в него, естественно, в детстве. А это было, ну, супер давно. Настолько давно, что фактически даже и не считается. Как-то оно лучше будет. Так что да, я любитель самого разного рода приключений, извращений и событий. Эх, убиваем бедных брюгеров. Ну, нечего было меня перехватывать, дорогие граждане. Бум. Я умираю. Смешно полетел. Ладно, давайте мы пушировать не будем, пускай они сами бегут в нашу сторону. Карта маленькая, поэтому. Не страшно. Так, а кто это у нас тут?
Я бы вообще на самом деле очень много чего тактического прошел на стримах, потому что, ну, я довольно большой любитель этого жанра. Вот, я планирую как-нибудь пройти мародера, которого я начинал уже как-то вне стрима. Вот, посматриваю на бригаду E5 Новый Альянс, 7.62, вот это вот все. Причем, как бы, ну, большинство из этих игр, они даже отечественные, как бы, это вдвойне круче. Вот, я даже начал засматриваться на код доступа Рай, да простит меня Фоли Нарли. Вот, за это. Хотя, с другой стороны, я, наверное, пройду его намного быстрее, чем он. Потому что, ну, как можно отказаться от такого явления, как биоритм? Считай одной ногой в могиле. Здесь, к слову, тоже довольно потешная озвучка. Прям некоторые фразочки из этой игры преследуют меня по сей день. Вот не стоял бы столбом, тогда бы не попал. Давайте покажем им, на что мы способны. Це не солдата недоразумение. Недолго ему по світу ходить осталось. Как-то нападают. В атаку! Как-то хотят убить, получается, да? Ну, давайте не дадим им это сделать. Так-то оно лучше. А, патроны кончились, я понял. Ну, подойди поближе тогда, на один шажок хотя бы. Бум. Блин, Зинка, ты же раньше ваншотывала. Чё случилось с тобой? Чё перестало? Вон, давайте этого тоже подключим. Пускай начинает постреливать потихонечку. Неплохо. Чтоб не стоял без дела. Остальные панцерхляйны даже валить в бой не буду. Пускай развлекаются. Тарас все сделает сам. Это шо? Не знаю, похож. Хотя хрен разберешь, если честно, в этом роботе, блин. С удовольствием лично разберусь с этой маленькой. Точнее, в этой броне. Это же не робот, нифига. Костюм. Получается. Тогда бы не попали. Блин, сколько вас тут, а, офигеть. Что у вас много как-то даже. Вот, старый. Слава богу, что у меня Хожусь. Снаряга подходящая для этого места. Иначе мне было бы очень грустно. Блин. Зинка на перезарядке нехорошо. Но она стрелять теперь не сможет. И Тарас тоже перезаряжается на елки-палки. Ну ладно, пускай он отвлекает на себя ребят. Остальные пока спокойненько соберутся, прицелятся. Все равно они ему урона не наносят. Тогда бы не попали. Ух, как я забыл навыки свои стримерские, просто кошмар. Это прям действительно как с тренировкой, я не перестаю этому удивляться, потому что стоит тебе пару дней посидеть, ничего не поделать в плане стриминга, как все, на следующие дни ты становишься просто овощем в этом плане. Ужасно. Умираю. Ужасно. Но вчера я правильно сделал, что не запустил стрим, потому что у меня вчера вообще чуть квартира не сгорела на самом деле. В том плане, что я пришел домой, поел, полежал, отдохнул. Вот, и такой типа, блин, надо бы стрим начать. Я понимаю, что у меня сил вообще не осталось, как бы я такой, ладно, не буду, окей, хорошо. И поставил посудомоечную машину посуду стирать. И что бы вы думали? Смотрю я себе стримчик чужой, залипаю. И только там происходит кульминационный момент, как бы, так у меня тут же врубается компьютер, гаснет абсолютно вся техника в доме, врубается свет, и спустя секунду свет обратно загорается, но при этом, как бы, компьютер молчит, и телевизор молчит, то есть они подключены к розетке, но как будто сети нету, как будто нет электричества, вот. В итоге выяснилось, что у меня посудомоечная машина выбила пробки. Противник. И абсолютно все розетки в доме перестали работать в этот момент. Ну, в моей квартире. Так что это могло произойти прямо на стриме, но этого не произошло, потому что я трансляцию не завел. Круто, круто. Отлично. Блин, вот если бы он в фонтан вылетел, это было бы вообще смешно очень сильно. Но, увы. Увы.
Так что такие дела. Берегите себя и своих близких, получается. Берегите свои эти самые судомоечные машины. Какая тревожная музыка была под мою телегу. Я предлагаю это как бы пускать в современный интернет под названием «Страх домохозяина». Встречу с Всевышним. Блин, ну это гражданское, ее не обязательно убивать-то по факту. Эй, ладно, хрен с ним. Уходя, гасите всех. Растет. Ну вот, скоро увижу родных на том свете. Как вы думаете, по шкале от 1 до 10, как гадко я сейчас себя ощущаю? Наверное, супер гадко. Торопишься на встречу с Всевышним? Твою мать, еще одна женщина пришла, ну ладно. Эх, никаких свидетелей. Прям в шею, ух. Получается, всех убил. Моуси мэн, да. Все верно. Все верно. Ну а чё они? Вот чё они начали тут ходить, бродить? Зато тот, кто убил гражданских, просто взял и получил за это медаль. Легион почета. Мосин Мэн, получается, заслужил. О, привет. Гутен так. Точнее, гутен абенд, по-моему, уже. Потому что вечер наступил. Давно не виделись. Как твое здоровье, братан? Где стримы, в конце концов, а? Ты зачем себе аккаунт на Твиче завел и перестал там стримить? Я не понял. Народ жаждет. Или из-за того, чтобы... Хотя сейчас же сессия у всех началась, по идее. Имя твоему Мосин Мэну Легион? Ну, почти, почти. Так, что, покидаем технику, да? Получается, покидаем технику. А что у меня по оружию вообще? А ничего, что какие-то умнее нет. Наш командир хочет задать тебе пару вопросов. Давайте. Болеешь? Я вот, теперь только да. Об этих панцерклайнах и думаю. Выздоравливай, и днем, давай. И ночью. Изумительные механизмы. А то вообще не дело. Похоже на то. Ну, блин, во время сессии, кстати, я тоже постоянно болел. У меня как только сессия начиналась, так я тут же с температурой складывался. Просто кошмар какой-то. Поэтому держись. Держись. Не знаю, что постримить, как что. Call of Duty тот же самый, например. Или FNF. Или... Да вообще много чего можно постримить так-то. Реально до хрена. Было бы желание, грубо говоря. Так, давайте пока скинем... припасы на танки. Наши панцерклайновские. Так. Давайте мы ей СВТ-шку дадим. Это же СВТ? СВТ, СВТ, а как СВТ переводится? Самозарядная винтовка Токарева, по-моему. ФНФ никому не интересно, я бы поспорил, потому что когда я его запускал на трансляции, ко мне приходили новые люди, абсолютно незнакомые, и говорили типа, о, ФНФ, класс. Вот на Хелфу приходило намного меньше людей, чем на ФНФ. Так что, да. Ян тот самый можно еще, господи, Майнкрафт, например. Почему не особо народ любит на самом деле? Вон, мы сегодня с Фоли Нарли обсуждали как раз таки этот вопрос, типа, стоит ли нам начать стримить Майнкрафт. Он так офигел, кстати, с стоимости на эту игрушку, прям, хех. Так, специалист по пистолетам-пулеметам, значит, не надо дать автомат. Я горжусь, что именно мне доверили. Это точно. Fortnite, да, про Fortnite мы, кстати, тоже сегодня говорили. Он такой, типа, блин, Fortnite что, тоже платный? Я такой, нет, слава богу, он бесплатный. Он такой, типа, а что ты сам как? Готов, не готов? Я такой, ну, как сказать? Он пока, если что, не готов. Fortnite, к сожалению, поэтому ждите, когда он созреет. И мы просто завоюем Twitch.
Ну нахер, ну не знаю, не знаю. Fortnite, на мой взгляд, как бы не настолько плохая игра, как плохая ее аудитория, наверное. Хотя это тоже довольно спорный момент. Я вообще как бы сам не пробовал, поэтому ничего особо брать, точнее говорить по этому поводу не могу адекватного. Так, давайте этому гранат дадим. Fortnite популярен, но не интересен. Ну, если бы он был не интересен, то он бы не был популярен. Как бы в этом вся фишка. Но вообще, да, он может быть поднадоел там или еще что-то такое. Я, к сожалению, не в курсе как бы за всю кухню Fortnite, но учитывая то, какие они ивенты там у себя проводят, это, на мой взгляд, достойно уважения. Потому что такой размах в компьютерных играх, ну, это, на мой взгляд, что-то новенькое. Когда вот прям настолько массово, к тому же еще и бесплатно. Раньше было куда лучше, да, вот были времена, когда Tetris был очень популярен, вот это я понимаю. Стрим Tetris, чел. Давай, удачи тебе, не болей там, выздоравливай скорее. Желаю тебе покрепче чаю. Намутить, кстати, чай — это тема. Блин, чаю хочу, давненько чаю не пил. Так, пулемет получается, да, получается пулемет. Патронов только мало, хотя не нормально. И на всякий случай давайте-ка мы возьмем Панцершрек. Just in case. Так, и вот этому парню тоже надо выдать что-нибудь такое RPG-шное на... Так, нет, стоп, какие-то не эти ракеты взял, судя по всему, для этой ракетницы. Поэтому вот такие давай возьмем. У нас же все-таки стелс-миссия впереди. Кто знает, чем это закончится. А, стоп, это осколочные. Надо наоборот, что-то противотанковое. Фугасное. Осколочное. Надо фугасный, получается, да, наверное. Да, давайте, короче, вот такие, наверное, возьмем. Так, на выход. Ганновер, да, немецкая лаборатория. За надежно охраняемыми стенами этой лаборатории лучшим умам Рейха предоставляются любые ресурсы для проведения дерзких научных экспериментов. В результате немцы надеются получить новейшую технологию и добиться превосходства над союзниками. Поэтому каждый ученый, работающий здесь, должен трудиться, не жалея сил. Ну что ж, давайте, не жалея сил, ворвемся внутрь и посмотрим, к чему это все приведет. Так-так, вот мы и внутри. О, вот эта миссия сложная, кстати, да. Она довольно душная. Но я в курсе, что здесь панцеркляйнов нету, поэтому можно сильно не париться на этот счет. Так, ну, давайте потихонечку разбираться, да, с происходящим. Ёлки-палки. Добрый вечер. Я слабак, не проблема. Отличный выстрел. Попробуй еще раз. У тебя получится, я... За Родину! За Сталина! Получается, за Родину, получается, за Сталина. Так, Олег, возьми, пожалуйста, нормальный автомат. И, соответственно, тоже. Так, переходи еще в стелс. Лучше. Иди сюда. Так, что-то я рановато начал. Вот. Давай вот в этого. Ну, будем надеяться, что я попал. Так, сюда мы, соответственно, давайте-ка Тараса пошлем. Пускай он тут развлекается. А, здесь я вниз проползти не могу, да? Что-то меня эта лестница немножко смутила. О, уже бегут. Блин, а их там много, оказывается, ёлки-палки. Зря я его так близко к двери поставил, хотя, не, нормально. Добрый вечер.
Смекалка меня завсегда выручала. До свидания. Так, давай-ка ты... Тихо! Нет, я не это хотел нажать, твою-то мать, а. А, Ежи, спасай. Ты моя единственная надежда сейчас. Так ты, чертов француз, прости от меня, французские друзья, блин. Зачем ты пешком пошел, ну е-мое. С удовольствием лично разберусь с этой маленькой проблемой. Маленькой проблемой, еще и промазал, гад, бляха-муха, Клин, выручай ты. Так, только не повтори ошибок прошлого, пожалуйста, и прям пробегись. В голову, пожалуйста, давай. Хорош. Одной заразой меньше. Хорош. Так, у этого чё? Блин, легкий пулемет, что ли, да, получается, да? Тарасу может не поздоровиться, выходит. Ёлки-палки. Так, ладненько, давайте мы этого сюда пошлем пока что. Перехват. Тихо. Это кто такой наглый? Это ноль. Я этого Сбира быстро уберу. Это не он стрелял, это кто-то другой. Давай тогда присядь. А, Зина, встань, пожалуйста. Вот в того тогда стреляй. Еще лучше. Отличный выстрел, молодец. Кто-то где-то перезарядился, я слышал только что. Это, видимо, тот, который в меня стрелял до этого. Вижу. Страшно, блин. Просто кошмар. Да, и вот в этого он ближе. Хорош. Приехали. Так, теперь ты. Не, давайте лучше Клинов, пускай выстрелят. У меня дурное предчувствие. Мог бы и получше попасть. Ну ладно, сойдет. Так. Давайте поближе подтянем этого. Добей. Так, чуть дальше. Давайте Ежа переведем в комнату, чтобы он здесь не торчал. И на всякий случай встречал гостей. Ага, заперто гости, значит, здесь не пойдут, я понял. Ладно, стой все равно здесь. Вижу противника. Это слабак, не проблема. Поранили. Что? Со спины? Ах ты ж. Супостат. Проклятый. Ты-то здесь как оказался? Ну ё-моё, ну Тарас, ну... Заметить его не мог, что ли, а? Ёлки-палки. Просто елки, блин, палки, а сидит, значит, да. Ну, раз ты тут сидишь, то изволь вкушать гранаты. Я умираю. Надеюсь, тебе было вкусно. Бон аппетит, как говорят у нас на Украине. Так, давайте этого сюда отведем. Сиди здесь. Ив, тащи свою французскую задницу сюда. Лечить будешь. С удовольствием лично разберусь с этой маленькой проблемой. Беги-беги давай. Дакор. Текс. Дайте Зинкой. Сейчас походим. Давай-ка вот этого, а то он коварно подкрадывается к нам. У меня дурное предчувствие. А этого мы позволить себе не можем.
Так, ты иди сюда. Нет проблем. Присоединяйся к празднику стрельбы по одному челику. Хорош. От не стояв би стовбом, тоді би не попали. Эх. Итак, что же они примут дальше, даже не знаю. Акцентов тут очень много на самом деле, потому что фактически же все персонажи из какой-то страны. Вот, допустим, Ежи, вот этот вот чувак, он поляк, он из Польши. Лейтенант Ежи Розанский, так-то. Тарас, он украинец, Петренко. Он, кстати, в Первую мировую воевал, в Гражданскую воевал. Много где воевал, короче. Так, Олег у нас, соответственно, русский. То бишь, нет, простите, советский. Да-да-да-да-да. Ну, получается, и Тарас, в принципе, тоже, но Тарас советский-украинский тогда. Ив у нас француз. Зинаида, соответственно, тоже советская. Ну и Клин, соответственно, тоже советский человек. Есть коллега Тарас, он украинец, а у него фамилия не Шевченко, случайно? Чтобы, ну, полный набор был. Так, а что, стрелять больше некому, да? Некуда. Петренко, ну, почти, кстати. Стоп, а у этого какая? Слушай, у этого тоже Тарас Петренко. И ты, получается, играешь вместе... Точнее, чего играешь, блин, работаешь вместе с игровым персонажем? Вот с этим вот. У него чуб еще такой, и усы классные. Тебе повезло, что я и хакает рядом. Он еще потешно. Все раны обработанные. Что у меня голос ослабший прям. Реально от них стремить. Надо набирать обороты. Вижу противника. Это слабак, не проблема. Я, наверное, пару дней постремлю Silent Storm. И потом уже, наверное, переключимся на другие. Соответственно, на Тургор замечательный. Да, на восхитительный Ведьмак 2. Так. Устанавливать критическое кровотечение. Я не знаю, критическое у него или нет, но я использую это. Ну что же. Ага, отлично. Одно сняли, надо еще второе снять теперь. Пойду поищу капеллан. Надо еще снять второе. Давайте вот это вот используем. Да, Тургор. Тургор на самом деле замечательная игра, но мне она несколько сложновата. Вот это реально патикулез там полноценный. В плане, что там надо действительно очень сильно просчитывать свои действия, свои ходы и свою тактику. Это прям меня очень сильно удивило. Но Данковскому я бы за эту игру по шапке надавал. Потому что она вообще не юзер-френдли абсолютно. Очень уж она непростая в обращении, на мой взгляд. Я пока не знаю ни одного человека, который бы ее прошел, кстати. Таких, наверное, и нету даже. Есть у меня такое подозрение, кто стрелял. Главное, откуда. Вижу противника. Это слабак, не проблема. Блин, самое отстойное, что здесь надо будет вниз спускаться. Вот внизу они меня точно будут караулить очень активно. Как и все его игры. Ну, не скажи. Муротопия, он в принципе... Ну, он точно не юзер-френдли, но он довольно понятный и простой, на мой взгляд. Тот чел, который прошел Тургор за 6 минут. Я думаю, это был сам Данковский на самом деле. То есть, ну... Я думаю, это его канал скрытный на Ютубе. Вижу противника. Отлично. Или типа того. Гуманитарии делают тыры. Это, знаешь, это звучит как название для порнофильма. Вижу противника. В принципе, по сути, так оно и есть, потому что та порнография, которая получилась в итоге, причем буквально, потому что речь идет о Тургоре, это реально что-то с чем-то. Так. Я пока особо вперед бежать не буду. Будем здесь спокойненько сидеть, постреливать.
вижу противника. Эд слабак, не проблема. Ну и в конце концов, а кому, не, кому делать надо Ира, кроме как не гуманитариям? Еще лучше. Гуманитарии, на мой взгляд, как бы основные двигатели игрового процесса, потому что дерьмово написанный код двигает человечество вперед. Потому что находятся люди, которые говорят, ебать, как это хуево написано, и пытаются это сделать, ну, лучше. Всячески это патчат, фиксят, исправляют. Взять тот же самый Тарков, например. Вот прям максимально гуманитарная игра. Потому что, ну, только абсолютно глубоко одухотворенный человек только может написать подобного рода код в игре. Он как поэзия, знаете, он как стихи. Белые. Скучные, никому не интересные. Без гуманитарной помощи в Таркове не обойтись. Это мягко сказано. Блин, может как-нибудь застримить Тарков, что ли, ради прикола. Попробовать еще раз, учитывая то, что я более-менее научился стримить. И адекватно захватывать компьютерные игры. У меня дурное предчувствие. Прислали фоточки расширения завода. Эх, опять не завод. Не знаю. Я вот не знаю, чего мне не хватает в Таркове. Наверное, мне арены там не хватает. Потому что, ну, геймплейно она довольно классная. Перестрелки там очень захватывающие. Но чаще всего они... супер стремительно. Причем не в твою пользу обычно. Ну и, естественно, хорошая экономика еще бы не повредила этой игре. Без нее действительно сложновато. Таким работягам, как я. Улица Таркова. Я не верю в улицы Таркова. Я считаю, что это миф, легенда, придуманная Никитой Буяновым. Никаких улиц на самом деле нет. И не было, и не будет никогда. Вот были бы подземелья Таркова, как в Париже, допустим, катакомбы. Вот это было бы классно, я считаю. Экономика классная. Ну, я не спорю, да, но она сломанная. По той простой причине, что, ну... Там не все на равных, к сожалению. Вот это меня вымораживает. Потому что приходится либо очень долго дрочиться в менюшке, занимаясь скупкой-перекупкой. Вот. Либо иметь вот таких друзей, как ты, допустим, которые постоянно сидят, дрочатся с циферками и табличками, как бы, и потом тебя снабжают просто. Так-то да, она прикольная, она интересная, в ней любопытно разбираться, плюс можно понять, в принципе, работу экономики в реальной жизни, потому что спрос рождает предложение и все такое прочее. Скупки-перекупки больше нету? А куда убрали? Зачем? Почему? Чем она им не угодила? Ха-ха. Шучу. Что ж, попробую. И хорошо, что убрали. Либо мне такая работенка. Да ёлки-палки. Год назад в мае. Ну, я, видимо, уже не играл тогда особо. Все, приехали. Там лутаться прикольно. Ходишь, бродишь, ищешь, собираешь. Локация очень сильно атмосферная. А, ну то, что с галочкой, это я помню, да. Это я помню. Это я застал. Но они это, я уверен, как-то обходят. Потому что жулики и предприниматели ММшные всегда найдут выход. Так, перезарядись. У меня еще нормально. Двигаемся дальше. Так, ты в стелс зайдешь. Главное, без шуму. Ёп, твою мать. Один есть! Вот это так гранату ты кинул, конечно, классно, да. Молодец, молодец, ничего не скажешь. Давай еще раз. Все,
Что за Tarkov Experience начался? Я понять не могу, а камон. Ты же нормально кидал до этого. Ёб твою мать. Ладно, ну этот хотя бы докинь. Не убьют, если пойдешь спать? Не знаю, не знаю. Мы никогда не узнаем правильный ответ, а куда ты не уйдешь спать. Не, на самом деле, если хочешь идти, то иди, ложись спать. Но я тебе заранее скажу, что это реально такой себе расклад событий, по той простой причине, что вечером спать, ну, нежелательно. Вижу. Надо свой режим восстанавливать, иначе потом еще хуже будет только. У меня дурное предчувствие. Я вот лично перестал по вечерам спать. И мне стало легче. Ой-ой, там еще, оказывается, сидят, елки-палки. Еще лучше. Храп. О. А ты быстро. Ну, получается, спокойной ночи. Отставить храп. Ну. Эти криворожские ребята, они никого не слушают. Спокойной ночи, мамочка. Но все мои зрители предпочитают заниматься чем-то более интересным и продуктивным, нежели чем смотреть мои стримы. Неплохо. Это норма, это естественно. От этого никуда не деться. Отлично. Но ничего, ничего. Ничего. И на моей улице будет праздник. Или не знаю, или супермиллионный стрим. Во, точно, у меня когда будет, короче, 500 фолловеров, я устрою стрим по Dark Souls, а кэпочка не приглашу. Вот это смех будет, а? Хе-хе-хе-хе. Это будет уморительно, я считаю. Так, получается, прошли здесь, да? Раз, иди подлечись. Прогресс. Ежа, доставай свой бинт. Давай. Латай товарищам. Тебе повезло, что я оказался рядом. Все раны обработаны. Ну, это смешно, на самом деле. То, что ты видишь, типа, все подорожало, у всех, типа, слишком много денег. А потом бамс, все подешевело, потому что денег ни у кого нет. Ну, как бы, ситуацию для обычных работяг, на мой взгляд, это не особо сильно меняет. Потому что фактически все остается, ну, так же, как и было. Ой-ой-ой. Это кто такой наглый? Кто стреляет? Понял. Зробим. Выезжаю. А это кто? Ой-ой. А, ну это там же в комнате сидит. Ну, ща я вам покажу, каково это по мне стрелять, блин. Сы. Реклятые. О, даже зинка попадает, нифига себе. Пусто. Патроны кончились. Получается, кончились патроны, да? Ну ладно. Слухаюсь. Да кто опять-то? Ёб твою мать, через другой стороны вообще противоположная. Цель солдата недоразумение. Недолго ему по свиту ходить осталось. Да, получается, инфляция. Это прикольно, я не спорю, но... Все. Блин. Приехали. Но что делать таким, как я? Как спят девочки ночью? Зробим. Как спят парни ночью? А никак, они, сука, ситуацию на барахолке мониторят. Мемы становятся реальностью. Кто бы мог подумать... Кто бы мог подумать. Экс.
Получается, здесь, да, перестрелял всех. Или все-таки придут отсюда панцерклайд на вражеский ялт? Не помню. По-моему, не должны. Вроде как не должны появиться. Что тут вообще сделать надо? Найти ученого. Поешь говна печеного. Извиняюсь. Не попал. Тарас, хер попадешь. Это он. Действует на наших глазах героически. Вот были бы там еще пирамиды финансовые в Таркове, вот это было бы вообще охренительно, я считаю. Вот это было бы смешно очень сильно. О, вот это тоже, кстати, смешно было. Вот это его расколбасило, жесть. Я такого, кстати, давно не видел уже. Чтоб прям в мясо. Круто. Так, тебя в стелс перегоняем. Продолжаем поиски. Он, по-моему, в этой комнате сидит. А, блин, сейчас же куча врагов появится еще. Горжусь тем. Да. Своей стране. Сейчас, короче, налетят коршуны. Так, разбей стекло. В смысле, путь не найден? Ты зачем окно разбил, а зайти не можешь? Ёлки-палки. Звук металла халфовский. Нет, недостаточно. Я тебе как специалист по Half-Life говорю, он похож? А, не этот? Когда разбиваешь? Почекай, пока главный не придет. Чекай. Так, а что за... Ну, то, что похоже, это да. Тут спора нет. Похоже, здесь действительно в наличии. Так, главный, ты приди или не приди? Здрасте. Ну, наконец-то. Не очень-то вы спешили. Но, видимо, были дела поважнее, чем спасать меня. Да, примите мои извинения. Пришлось немного повоевать по дороге. Вы даже представить не можете, что мне пришлось пережить. А, впрочем, я вижу, вам это безразлично. Зато мне не безразлично то, что будет, если мы не поторопимся. А на меня вам просто наплевать? Никакого сочувствия. Уймитесь, доктор, нам надо уходить, притом немедленно. Восхитительная идеология, я считаю. Как минимум писал их Тарантино. Ага. Вот про это-то я и говорил. Тут-то нас в клещи сейчас и возьмут. Так, ну давайте всех в стелс сныкаем. Притом, притоп, прихоп, присвист. Пришлёп. Припрыг. Прилёг, присел, привстал. Выход. Да, выходим. Что эта миссия оказалась намного легче, чем в прошлый раз, на самом деле. Прикольно. Прежде всего, позвольте сказать, что я снимаю шляпу. Хе-хе. Просто не могу себе представить, как вам хватило терпения доставить эту женщину к нам живой. И поскольку я отлично понимаю, что вам пришлось вынести, буду краток. Доктора Лок похитили и заставили работать в немецкой лаборатории. Там она имела возможность наблюдать за созданием некой ультрасовременной системы бронезащиты, которую называют футуристической. Немцы получили или купили эти разработки у неизвестной третьей страны. После тщательных испытаний прототип был отправлен на некий склад, расположенный на территории Германии. Ага. Ага. А вот и немецкий склад получается. Но давайте-ка мы вернемся домой. Назад. Заберем наши панцирклайны. Посмотрим, какие еще миссии у нас есть.
Но тут уже получается 100% будет драка с вражескими панцирами. Считайте, что все сделано. Блин, это будет больно, я чувствую. Я чувствую, что это будет больно. Я горжусь, что именно мне... Это точно. Это точно. Так. Получается, Зинаида отдает свое СВТ. И забирает свои патроны для противотанкового ружья. Готово. Ив. Ив у нас медик, он у нас только восполняет запасы медицины. А именно вот это берет. И вот это. Хотя давайте вместо вот этого лучше еще одну такую же возьмем. Три кровоостанавливающих, два таблетоса, два щипца, два бинта. Надо бинт еще. А, у меня он уже есть. Тогда отставить. Так, Олег. Мой горе-инженер, который нифига не инженер на самом деле. Если так подумать. Так, тебе мы выдаем что? Правильно. Шкасовские магазины. По-моему, ты с ними ходил у нас. Тарас. А, Тарас у нас тоже сидел в панцире, поэтому ему тоже выдаем. Потерял пепельницу? Кек. Как можно потерять пепельницу? Дай угадаю, наверное, ее кое-кто выкинул в мусорку, да? Я угадал? Или я угадал? Наверное, я угадал. Чайки, кек. Блин, чайки смешные на самом деле. Они прям уморительные, на мой взгляд. Так, залезай сюда. Залезай сюда. Залезай сюда. Залезай сюда. Ой, они даже стоят около своих панциров. Прям замечательно. Ее нашла Диана в микроволновке. Блин, а прикинь, если бы ты это приготовил, какой бы запах стоял замечательный в квартире, а? Разогретые бычки. Вкуснятина. Delicious. Так, получается, мы можем пойти на немецкий склад. На фабрику. Комендатуру. И на неизвестный объект. Ну, давайте, наверное, пойдем на фабрику немецкую. На немецкий склад, точнее. Попробуем здесь подраться. Посмотрим, к чему это приведет. Он слишком глуп, чтобы меня заметить. С этой маленькой проблемой. Проблемой. Ага. Угу. Торопишься на встречу с Всевышним? Так, ну что ж. Тебя давайте-ка мы сюда отведем. С удовольствием лично разберусь с этой маленькой проблемой. Сиди здесь. Ты стреляй по этому. Le petit problème. Ив, да, это мужик. Это усатый француз. Усатый французишка. Так, ага, этот продвинуться не может. Блин, а почему? В Джаге тоже есть француз, но... Знаешь, я тебе больше скажу. По-моему, французы есть везде. Насколько мне известно, они есть даже в реальной жизни. Прикинь. Я буду очень долго идти этими ребятами. Помощь подошла. Ну ладно, будем надеяться, что мы забор сломаем. Встречу с Всевышним? Но здесь панциров нет, кстати, я помню это точно. Здесь панциров нема. Вижу противника. Гастон Квалье. Звучит как название какого-то салатика, знаешь. Даже не салатика, а аперитивчик. Вот, да, аперитив. Я бы так его назвал.
Что вы желаете сегодня к закуске? О, дайте мне, пожалуйста, Гастон Кавалье. Сидишь потом, бухаешь это. Да, сейчас бы мужика побухать. Ух. Так, давай вот в этого стреляй. Растем. А ты его добей нахрен. Хе-хе. Так, по-моему, я забор уничтожил. Да, отлично. Проходим. Один есть. Давайте только Олега внутрь пошлем. Остальные пускай здесь остаются. Смысл вам туда заходить? 10 лет уйдет на это. Я почти не пострадал. Эх, и снова они ничего не могут мне сделать. Эх, 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 бедняжки. Так, ну что ж. Добей-ка вот этого. Блин, такой рикошет от Станислава прям. Стыдно потом смотреть будет в глаза сотоварищам и прочим. Все лучше и лучше. Блин, а другой не может стрелять, к сожалению. Вот отстой. Вижу противника. Это слабак, не проблема. Так. Блин, ну конечно, Зина будет очень долго их всех калашматить. Надо быстрее Олега заводить внутрь. Пускай он развлекается тоже. На близких дистанциях. Так, что там тебе дают? А почему ты сюда не можешь вкачаться, я не понял. А, вот это надо обязательно открывать, да? Блин, вот тупняка. Ну ладно, бери. Этот абсолютно ненужный навык. Все, приехали. Двойное попадание. Перезарядка. Ну, раз перезарядка, то иди сюда. Здесь тоже постой, чтобы побольше видеть. Я сам себя перебинтую. Я сам себя перебинтую. Так зачем перебинтовываться, если ты здоров? Ты даже не поцарапан. Вот по этим бы бочкам шарахнуть еще хорошенько бы не помешало. Так, ну, иди дальше. Хотя, блин, они улепетывают от меня довольно активно, кстати. Видимо, понимают, что я несу явно неблагую весть. Ну, зря. Я очень дружелюбный, между прочим. Несу, так сказать, добро и позитив в их жизни. Бум. Он больше шуметь не будет. Обещаю. Вон, видите, как позитивно полетел. Прям ух. Я почти не пострадал. Я почти не пострадал. Надо вот этих, которые на крыше стоят. Они меня бесят. Но я в них особо и не попаду. По я сути. Почти не пострадал. Потому что, блин, надо Клинова подводить ближе. Жесть, конечно, они по нему стреляют и ничего не могут ему сделать, а? Был бы у меня такой костюм в жизни, я бы в нем на работу ходил. Хех. Клинова Клиновым ебут, пытаются, пытаются, но Клинов сидит здесь. В уголочке. Вон, видишь, как смешно расселся. Я вот примерно так же за компьютером сижу. Только у меня мосинки нет. К сожалению. Блин, а его, получается, надо подводить ближе.
Он теперь никого не видит. Для него все слишком далеко находятся. У меня дурное предчувствие. Блин, шарахни по бочкам нахрен. Кайф. Умираю. Отлично получилось, я считаю. О, этого аж на коробочке скинуло. Кек. Вот так потеха. Ну, давай, топи дальше. Этот даже мне в подметке не годится. Что он тут делает? Так, Клинов, смени, пожалуйста, свою позицию сюда. Так, а я пока отвечу на телефон, извиняюсь. Мне хотели сообщить какой-то спам, но я решил отказаться. Я решил отказаться от этого щедрого предложения. Так, Клин. Давай-ка поэтому начни стрелять. Боеприпасы-то кончились. Я почти не пострадал. Блин, он так стонет, когда по нему попадают, как будто он действительно получает урон от этого. Давай, всего. Либо ему очень мне, сильно нравится получать вражеские пули, никогда. При этом не терять в здоровье. Какие-то гачи звуки получаются. Так, перезаряжаемся. Что, он убегает, что ли? Нет, он сдох. Я-то думал, он начал улепетывать от меня. Так, в кого бы засадить? Давай вот в этого. Он ближе всех. Ох, как замечательно, в голову ему закинули пулю. Так, ну и в этого давай тогда теперь. Хорошо стреляет. Вот всем бы выдать такие ружья, было бы очень здорово. Но нет, надо выдать дерьмовые пулеметы, блин, которые ни хрена не попадают по целям. Эх, фак. Так, что там у остальных, кстати, по уровню? Нет ни у кого нового? Не, нету. Я бы просто хотел Ежи еще подкачать, потому что у него будет обилка на... Я сам себя перебинтую. Использование панцерклейна без штрафа. Это прям то, что мне нужно, я считаю. Но по какой-то тупой причине я послал вперед Олега. Ну, ему так-то тоже надо качаться, потому что он же, по сути, наш инженер, и он должен уметь чинить эти панцири. А такого навыка у него пока нет. Хотя он и не прирождался фактически еще ни разу. Но тем не менее, лучше подстраховаться, я считаю. Так, Клин, куда тебе? Ну, беги сюда. О! А, нет, ты в того на крышу не можешь попасть по-прежнему. Вот отстой. И отсюда не можешь стоять, куда полез. Во. Отсюда можно. Давай, начинаю выцеливать тогда. Карлсона этого хренова. Так, теперь надо Изину подтаскивать. Блин, она очень далеко находится. Ёлки-палки. Ну давай. Вперед. Так, иди как внутрь. Угодно. Этот даже мне в подметке не годится. Будешь что внутри дебоширить. В принципе, что же, идти вперед, давай так, начинай стрелять. Нет, да, один раз попадешь. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Давайте покажем им, на что мы способны.
Этот даже мне в подметке не годится. Что он тут делает? Вот я сколько врагов не убиваю, по-моему, их меньше не становится. Я как будто зачищаю тараканов в общежитии. Просто из каждых щелей лезут и лезут, лезут и лезут. Вот капец. Столько патронов выстрелил. Попал только всего один раз. Ну ты и стрелок, Ворошиловский. Еще лучше. Ну хотя бы ты попал, и то хорошо. Так, что ты скажешь? Продолжай выцеливать. Я сам себя перебинтую. Давайте покажем им, на что мы способны. Текс. Вот это выстрел. Вот это действительно выстрел. Ты его даже умудрился убить, молодец. Так держать. Было бы здорово, если бы ты убивал их чуточку почаще. Но я и на этом удовлетворюсь. Так, как у тебя успехи? 49%. Нормально. Есть попадание. Все, приехали. Давай в того же опять целься. Это даже мне в подметке не годится. Что же меня так пугаете этими звуками страшными, а? Получение урона. Это даже мне в подметке не годится. Ужас. Что он тут делает? Ужас. Блин, главное, чтобы когда я зачищу всех тех, кто на улице... Я почти не пострадал. Вот в этих комнатах особо никого не было, потому что я помню, что... Каждый мой заход сюда всегда оканчивается большими проблемами для меня. Они прям там очень больно кусаются. О, как ты близко подошел. Дурашка. Зря ты так. Ой, зря. Так, и давай. В этого 22%, в этого 24%. Точнее, не процента, а очков навыка, точнее, ходьбы. Как так? Ну ладно. А, тут на поворот просто еще требуется 2 очка, я понял. Я понял. Да, вот этого добей. Пусто. Патроны кончились. Как его на заборчик кинуло. О, хорош. Это молодцом. Но ведь придется все равно внутрь заходить. На что мы способны? Да, тут физон, конечно, довольно лютый. Это действительно так. Этот даже мне в подметке не годится. Что он тут делает? Цель спаков того. Ну, попробую вот в этого попасть.
Этот даже мне в подметке не годится. О, челик упал. Что он тут делает? Вы знаете все эти комедийные фильмы? Так вот, все эти комедийные фильмы, когда в персонажа стреляют, короче, очень много. И он в итоге потом такой стоит, и вокруг него силуэт из... точнее, остается буквально силуэт, нарисованный пулями. Вот абсолютно та же самая ситуация сейчас произошла. Это просто уморительно. Я убил вообще абсолютно не того, кого рассчитывал, потому что здесь, вот в этом угле, до этого была комната на втором этаже. Как видите, комнаты больше нету. О чем свидетельствует вот этот вот труп, который упал из нее. Пипец. Получается, попал на тот свет, но не так, как хотел. И не тем, кем хотел. Давайте покажем, на что мы способны. Этот даже мне в подметке не годится. Что он тут делает? Проведение Божие. Ай, блин, как же он там говорил-то? Furious Angel. Блин. Сэмюэл Л. Джексон. Приехали. Крутой актер. Реально охренительный чел. Бум. Не попал. Это хорошая новость. Как насчет тебя? Давай вот в этого. Черт, патроны кончились. Я почти не пострадал. Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себя любивые и тираны злых людей. Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведет слабых за собой сквозь долину тьмы. Ибо именно он и есть тот, кто воистину печется о ближнем своем и возвращает детей заблудших. И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим. И узнаешь ты, что имя мое Господь, когда мщение мое пойдет на тебя. Надо практиковаться, потому что у меня, к сожалению, навык праведных гневливых речей еще не прокачан. К сожалению, не прокачан. Меня ранили. Опасно. Ёб твою мать, Зинка, чё ж ты делаешь, а? Взяла и в своего попала. Ё-моё. Вот это было больно. Это было реально больно. Зина, ёпту. Черт. На пол хп. Чуть не ваншотного. Патронов нет. Вижу противника. Это слабак, не проблема. Кровотечение не открылось? Не открылось, это хорошо. Блин, надо его с одной стороны отводить назад, но бляха-муха. Лучше. Ого, приятный сюрприз. Где тут приятный сюрприз, тупица? Ты не попал в него даже толком. Бля. Сука. Я... Блин, ну ладно, умираю. Не буду его лечить. Не буду тратить на него ходьбы. Прогресс. Ива. Пускай он сидит там. Попробуем так. Добить их. Я думаю, недолго осталось. Давайте покажем им, на что мы способны. К тому же там челик внизу уже тяжело ранен. Истекает кровью. Ну и к тому же он вообще взял и умер. Приятный сюрприз. Блин, было бы неплохо, кстати, этот отрывок выучить, знаешь, наизусть, чтобы по памяти потом.
рассказывать в разные моменты своей жизни в постели, это, например, прикинь. Такое ляпнуть, а? Это классно будет. Как заставить девушку не испытать оргазм? У меня для вас есть как раз-таки отличный способ. Это слабак, не проблема. Так, Олег, как насчет того, чтобы перехватить вот этого стрелка с автоматом, а? Не хочешь? Или Зина, например? О! Это даже мне в подметке не годится. Что он тут делает? Зина перехватила, но не попала, к сожалению. Сейчас или никогда? Вижу противника. Это слабак, не проблема. Как насчет сейчас? Только да что ж ты попасть-то не можешь, а? Нарочно промахнулся. Все лучше и лучше. Ну ладно, давайте подождем просто, когда он будет. Вижу противника. Это слабак. В зоне огня. А, может, Клинт сможет. Бум. Растем. Да камон. Вот везучий засранец, а? Сколько раз он избегал прямого попадания в себя. Но теперь-то... Вижу противника. Это слабак. Во, попал. У меня дурное предчувствие. Все, у него там кровотечение, по идее, должно открыться. К тому же мы его добили. Вот это выстрел. К тому же мы его добили. Так, найти немецкое экспериментальное оборудование. Я его пока чуть не нашел. Так, экспериментальное немецкое оборудование. Что же это может быть? Главное, где оно? Если повезет, он меня вообще не увидит. Давайте мы Зинку сюда подведем. Хотя давайте мы не только Зину сюда подведем, но и Тараса пускай... Нет, ну Ежа тогда, да, давайте Ежа сюда подведем. Пускай он нам эту дверь выломает пулеметом своим. Там уже видно будет. Ломай. Не сломал. Продолжаем взлом. Да камон. Да я стенки бетонные намного быстрее разбирал, нежели чем этот заборчик хренов. Давайте тогда и Зинка присоединится к этому. Семен Семенович, а? О! Прогресс, но недостаточно. Продолжаем конопатить. Продолжаем конопатить. Еще лучше. Так. Мне много
сколько патронов надо, иначе как воевать? Хотя вот ты можешь в этого попасть. Давай-ка в этого настреливай. Продолжай. Вот это он красиво умер, вот это он молодец. Класс. Достойная смерть, я считаю. Сидел в комнатке, чилил, никого не трогал. Бум-бум и все. Теперь висит с голой жопой из окна. Класс. Так, перезарядиться ты не можешь, к сожалению, жаль. Перезаряжаемся. Ломаем дальше. Бум. Вижу противника. Ништяк. Заходим. Работаем, работаем. Хе-хе-хе. Только не вижу никаких документаций и ничего подобного. Ну и, судя по всему, придется Клинова запускать, чтобы он поверху побегал, поискал. Ту-ту-ту. Ух, слава тебе, Господи, хоть в своего не попало. Так, ну что ж, тогда готовимся к великому побегу поверху. Давай в стелс, топи сюда. Отлично. Да. Вот и технология. И сюда. Так. Ну что, получается, берем? Похоже, в контейнерах лежат компоненты ракетного двигателя. Никто не подумал о том, чтобы стереть клеймо с названием немецкой фабрики, где они были изготовлены. Что, уходим отсюда теперь, да? Да. Как-то это просто оказалось. Быстро. Так, новая медалька. Легион подсчета Зинаиде. Замечательно. Замечательно. Так, ну, погнали на базу. Восполнил там потери наши. Что скажете? Я теперь только об этих панцеркляйнах и думаю. Ни днем, ни ночью забыть не могу. Невероятно. Я боюсь представить даже, да. Что ты там думаешь об этих панцеркляйнах. Так, появилось ли у тебя что-то новенькое для меня? Какое-нибудь оружие, например? Нет? Жаль. Абсолютно жаль. Так. Так. Так, а сколько я уже сижу? Я планировал сегодня коротенький стрим сделать, потому что давно этим не занимался. Полтора часа. Ну, в принципе, на этом можно и закончить на сегодня. Такой вот у меня малютка стрим. Завтра попробую побольше сделать, а в пятницу так еще длиннее. План пока таков. И никаков иначе. А, что ж, спасибо всем тем, кто заглянул сегодня на огонек. Приятно было вас повидать, пообщаться. С вами надеюсь, что я завтра не сдохну, потому что жара это меня прям убивает. Путь таков, путь тарков. Давай, спасибо, что заглянул. Удачи тебе доработать сегодня. Чмоки в щеки.